Отрывок из главы 2 «Мистика свадьбы» из книги «Наш Армагеддон» Ларисы Александровны Секлитовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой. Священники начали службу. Я стояла в стороне от толпы, наблюдая за происходящим, и здесь заметила, что какой-то полупарализованный старичок как-то внимательно присматривается ко мне. Затем он отделился от своей жены и медленно заковылял в мою сторону. Правая сторона тела у него была парализована, но, видимо, давно. И он уже стал выздоравливать, потому что нога, хотя и волочилась, но с ее помощью можно было двигаться. Я держала в руках фотокамеру и фотографировала происходящее служение. Поэтому решила, что ему что-то захотелось сказать насчет моих съемок. Старичок остановился в двух шагах от меня и неожиданно попросил: «Благословите меня, пожалуйста. Мне это очень важно». С такими просьбами ко мне обращались впервые. Поэтому я растерялась, так как не знала даже, как это делается. Тут же недалеко стояли два священника, один из них читал молитвы и щедро окроплял окружающих святой водой. Но старичок подошел за благословением не к нему, а ко мне. Смутившись, я сначала предложила ему получить благословение у священника. Но мужчина настойчиво попросил: «Нет. Я хочу, чтобы вы меня благословили». Я поняла, что он видит мою светящуюся суть. Очевидно, за несколько лет болезни у него открылось ясновидение. Спасибо за внимание.